слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Итак, доброе утро на Болткоме. Еще раз здравствуйте. Александр Шунин в студии. 18 октября, начало 10-го, плюс 4 градуса в латвийской столице и яркий солнечный день на дворе. А когда шел на работу, обратил внимание, насколько меньше стало людей на улицах. Ну, конечно же, во-первых, это связано с тем, что начались школьные каникулы, и многие разъехались. И, кстати, люди, которые решили воспользоваться этой возможностью, купили различные, что называется, путевки, улетели в далекие, но теплые края, оттуда они могут вернуться уже в совершенно другую страну. А кто-то по призыву правительства перешел, опять же, на удаленку, так что людей на улицах все меньше и меньше. А почему мы можем вернуться в другую страну? Потому что, напомню, сегодня в 2 часа состоится заседание кризисного комитета, будут рассмотрены различные варианты дальнейших действий, дальнейших ограничений. Сегодня утром в интервью ТВ-3 министр здравоохранения Даниэль Павлюц, среди прочего, перечислил возможный переход школ на удаленное обучение, продление каникул, закрытие магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости, ограничение всех видов мероприятий внутри помещений, вечерний комендантский час и так далее и тому подобное. Конкретное решение Павлюц назвать, конечно же, не смог, поскольку вопрос в том, о каких мерах политики смогут договориться между собой. Но все это, по мнению Павлюца, свидетельство того, ну, эти вот меры, которые будут обсуждаться, того, что мы не соблюдаем ограничения, которые уже введены, и нагрузка, в том числе, на сферу медицины, она просто огромнейшая. И в связи с этим наш гостья. Светлана Гомберг, врач клиники неотложной помощи Рижской восточной больницы Галлизерс. Светлана, мы знакомы со Светланой какое-то количество лет и подписаны на Фейсбуке. Я заметил ее публикацию, достаточно искреннюю, такую человеческую, на прошлой неделе и с разрешения, конечно же, опубликовал текст в рубрике «Мнение» на портале Mixnews.lv. И это самый топовый, самый читаемый материал на прошлой неделе на портале был. Светлана описала вот эту суровую действительность приемного отделения и любезно согласилась сегодня выйти с нами на связь. Светлана, доброе утро. Доброе утро, Александр. Несмотря на содержание вашего текста, вы прекрасно выглядите и так ярко улыбаетесь. Приятно видеть отдохнувшего медика. Но я так понимаю, либо вы еще и хорошая актриса, либо действительно удалось выспаться, потому что то, что вы описываете, те ужасы, положение достаточно серьезное. Давайте, что называется, пробежимся, что ли, по основным пунктам. Вы упомянули очереди из карет скорой помощи в приемное отделение, перезагруженность и так далее. Сейчас в нашем эфире, пожалуйста, опишите своими словами еще раз эту ситуацию, но на всякий случай я хочу напомнить телефоны прямого эфира, если кто-то захочет поговорить со Светланой тоже напрямую, если кому-то не хватает мнения реального живого медика, то вот, пожалуйста, 67212939, 67213939 и номер WhatsApp для сообщений 2300-6191. Будем рады с вами связаться. Итак, Светлана, на самом деле, что происходит, по крайней мере, в Галлизерсе? Александр, я не могу говорить за весь Галлизерс, я могу говорить о приемном отделении, в котором я работаю. Конечно. Я могу сказать, что ситуация меняется ежедневно, и то, что было вчера, не значит, что будет сегодня. На данном этапе увеличивается количество именно приемных мест в приемном отделении для ковид-больных, потому что изолятор не справлялся, и скорые были вынуждены ждать наружу. Тяжелые пациенты ждали, когда их могут принять именно в изоляторе. Поэтому для того, чтобы состояние не ухудшилось критически, медики шли уже и начинали работать непосредственно в машинах скорой помощи. Потому что пациенты, которых везут в больницу, они очень тяжелые. Более легких пациентов сейчас уже стараются в больнице не везти. Скажите, пожалуйста, речь идет именно об этих очередях скорой помощи?
машин скорой помощи, которые привозят именно ковидных пациентов в тяжелом состоянии, или вообще всех они привозят и не могут пробиться в приемное отделение? Сейчас я говорю о ковидных пациентах, потому что у ковидных пациентов отдельная очередь. Угу. Естественно, никто не отменял другие болезни, их также много, больные такие же тяжелые, и мы очень стараемся распределить свои силы так, чтобы и больные, которые нуждаются в помощи, не зараженные ковидом, также получали необходимую медицинскую помощь вовремя и на должном качестве. Безусловно, от того, что есть такая перегрузка ковидная, страдает пациент, но мы стараемся по максимуму обеспечить помощь не только ковидным пациентам. Очередь из скорых стоит в ковидные приемные, потому что они должны быть изолированы от общего потока. И там идут зараженные зоны, чистые зоны, персонал работает в специальных одеждах, и поэтому там более ограничено количество мест, в отличие от общего приемного, где пациентов можно класть более плотно, скажем так. Если мы говорим о целых очередях из этих машин, каково же реальное состояние пациентов в них? То есть это поражение легких 60-70-80%? Пока не сделан компьютерная томография легких, об этом трудно говорить. Пациенты могут быть тяжелые, даже не имея большого поражения легких, но, скажем, имея обострение какого-то своего хронического заболевания, которое на фоне инфекции ковида обострилось, и состояние у пациента тяжелое. Ну вот приходит нам сообщение, в том числе на WhatsApp. Все скрывается, люди не верят, нет честных разговоров с людьми, позор. Угу, позовите фельдшера Марину. Нет, не позовем мы фельдшера Марину. Мы позвали Светлану Гомберг, настоящего врача. Вот мы будем разговаривать с настоящими врачами, которые говорят правду. Светлана, ваше отношение, ваше и ваших коллег, вот к авторам подобных комментариев, которым всегда мало информации, которые всегда говорят, ну, конечно, конечно, купленные. Кстати, в комментариях под вашей публикацией тоже хватало таких комментариев. Ой, да что это за врач? Вот лично я ее не знаю. Ну, вот что это? Как вы на это реагируете? Как вы с этим живете? Как вы с этим справляетесь? Ну, конечно, у нас в медицине есть такая шутка, что если два врача не знают третьего, то это, конечно, уже врач не из Латвии, потому что мы знаем все друг друга, естественно. Что за человек, который не знает лично меня, если он не медик? Ну, да, возможно, он меня не знает. Вы знаете, а зачем вообще реагировать на это? Наверное, есть какие-то люди, которые занимаются непосредственно связями с общественностью, которые должны на это реагировать. Мы, врачи, мы просто делаем свою работу. Нам даже в голову не приходит, что нужно кому-то о ней рассказывать. Мы же не требуем от пожарных рассказывать, как они тушат пожары, от пекарей, как они пекут хлеб. Мы просто пришли на работу, пережили свое дежурство, отработали, сделали все, что могли, и ушли с дежурства, и дальше живем своей жизнью. Нам просто в голову не приходит, что люди хотят слышать о том, что мы делаем. Если действительно люди хотят слышать, задавайте вопросы, мы ответим. Постоянно руководство нашей больницы, Министерство здравоохранения, какие-то люди по связям с общественностью нашей больницы, Страдани, Даугавпилской, Лепойской больницы, постоянно в эфире, все время что-то говорят. Если людям этого не хватает, ну хорошо, давайте. И здесь мы приходим к главному выводу. То в чем тогда проблема? Я, например, воспринимаю вот эти вот комментарии подобные просто как проявление инфантилизма. Знаете, как в детстве боялись уколов, боялись зубных врачей. Сейчас речь идет о жизни, причем не только о твоей, а о жизни тех, кто рядом с тобой. И вот эти спекуляции на тему, ну, конечно, они все куплены, по-моему, это просто, вы знаете, бред. Вот я отношусь к этому, открыто говорю, я считаю, что это бредовые комментарии. Мне странно, что люди садятся к компьютеру,
наливают себе стакан колы, берут сигаретку и начинают комментировать о том, что вакцина не проверена, вакцина страшная, при том, что постоянно говорится о том, что курение вредно, кола вредна и так далее. Ну, мне кажется, то есть... это те же комментарии, вот те самые диванные войска, которые недавно комментировали полет в космос съемочной группы киношников. До этого они комментировали, не знаю, что там еще, Олимпиаду, например, как засудили российских гимнасток. Они комментируют курильские кризисы и так далее. То есть они специалисты во всех сферах деятельности, ну да. Хорошо, Светлана, давайте вернемся к повседневности от этой лирики. Те люди, которых вы принимаете, которых, не знаю, уместно ли сказать, лечите, но оказываете помощь, что они рассказывают о своих переживаниях, насколько им тяжело? Были какие-то случаи, вот тоже человек отказывался прививаться, заболел и достаточно тяжело, и у него открылись глаза, и все, он сказал: да, боже, какой я был дурак. Основная масса так говорит, да. Опять же, много вопросов, связанных с количеством заболевших уже вакцинированных. Да. Опять же, скепсиса достаточно, мол, ну да, вакцинированные же тоже переносят, и это правда, переносим, да. Они же тоже заболевают, и это правда, мы заболеваем, вот я вакцинированный тоже, ну да, наверное, я рискую. Как много поступает именно к вам вакцинированных заболевших? Есть данные статистики, в которые, честно говоря, не вникаю. Да, есть привитые, есть вакцинированные, есть невакцинированные. Конечно, соотношение примерно такое, как нам озвучивают статистические данные. Можно ли Значительно меньший процент, естественно, вакцинирован, чем не вакцинирован. Можно ли говорить о том, что вакцинированные даже в случае заражения все-таки легче переносят? Или это строго индивидуально и зависит от индивидуальных особенностей организма? Вы понимаете, цель вакцинации – не защитить от заболевания вообще. Цель вакцинации – что у человека вырабатывается иммунитет, и он легче справляется с инфекцией, когда он ее получил, и все-таки она развилась до симптомов. Поэтому, да, вакцинированные люди тоже болеют, но цель – чтобы они болели легче. И да, мы видим, что вакцинированные, в общем-то, переносят это легче. Как удается разграничивать вот эти два потока? Ну, это не магазин, не большой торговый центр, где там зеленый коридор, красный коридор, какие там еще коридоры. А как это в приемном покое осуществимо? В ковид очередь идут люди, которые уже либо с известными ковидами, либо с очень сильным подозрением на ковид. Была контактная персона, симптомы очень, очень похожи на ковидные. Угу. Конечно, случается, что попадают не в ковидную очередь и пациенты, которые заражены. Мы всем пациентам делаем тесты перед тем, как они поступают в определенные отделения или идут на определенные манипуляции. И да, иногда оказывается, что пациент, приехавший с жалобами на какие-то другие заболевания, оказывается еще и носителем этой инфекции. Ну и все-таки, как регулируется вот это обслуживание двух потоков? Мешают ли они друг другу? Или действительно все настолько четко, как часы, работает? Да, ну, конечно, бывает, что одного не в ту очередь записали, но потом просто перевели. И да. Наверняка есть, опять же, сомнения, нет ли угрозы заражения, ну, находясь в непосредственной близости. Да, вот в этом боксе ковидники здесь нет, но персонал-то один и тот же? Или персонал тоже нет. Делится? Обслуживающий? Персонал разный. Ага. Делится персонал. Есть персонал, который на этом дежурстве работает непосредственно с ковидом, и есть персонал, который работает с так называемыми чистыми пациентами. Нам пришел очередной вопрос из эфира по WhatsApp, почему у президента Левица есть заражение ковидом. Ну вот, пожалуйста, Светлана Гомберг только что подтвердила, что вакцинированные тоже могут заболеть. Это произошло с нашим президентом. Пользуясь случаем, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Так бывает.
Светлана Гомберг с нами на связи, врач клиники неотложной помощи Рижской восточной больницы Галезерс. Мы беседуем о той реальной ситуации, которая происходит в больнице, конкретно в приемном отделении Галезерс. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то, не знаю, такие чисто... Сложно, наверное, тоже разграничить человеческие или профессиональные слова, которые вы могли бы, с которыми обратиться к слушателям и потом к читателям портала MixNews.lv. Вот вы, как медик, который ежедневно на вот этом вот переднем рубеже борьбы с ковидом, что-то помимо публикаций на Фейсбуке хочется у вас, что-то есть на сердце, уникальная возможность обратиться к аудитории. Ну, давайте будем, наверное, более терпимы друг к другу и прислушиваться к тому, что говорят, не дожидаясь того, что, к сожалению, сейчас мы вынуждены видеть. И если наши люди, которые сидят в правительстве, я понимаю, сейчас я увидела за экранами, у радиоаппаратов много ухмылок. Да, конечно, наше правительство тоже совершает ошибки, но... Общая тенденция была понятна еще летом. Всех предупреждали, пожалуйста, вакцинируйтесь, будет хуже. Наверное, имеет смысл прислушаться к этому мнению. И главное, чтобы люди берегли себя и понимали, что если ты не поможешь себе сам, то может наступить момент, когда медицина уже будет бессильна. И действительно, мы видим много сожалений о том, что человек не привился, не успел, не знал, не хотел. Наверное, все-таки подумайте еще раз, если не хватает материалов, очень много, ну, пожалуйста, ученых. Надо читать, слушать именно публикации и выступления ученых, микробиологов, вирусологов, именно компетентных людей, которые работают в науке, в медицине, а не людей, которые отрицают. Ведь отрицание, оно происходит зачастую, отрицать проще, чем вникнуть и подумать и принять. Может быть, как наступил тот момент, когда хватит отрицать, и нужно подумать, послушать и принять какое-то решение все-таки, которое поможет нам наконец-то преодолеть эту ситуацию, которая сложилась, чтобы мы могли насладиться этим солнечным днем сегодня. Без страха о том, что будет завтра. Ой, Светлана, как говорится, ваши слова, да Богу в уши. Огромное спасибо вам и за этот эфир, и за вашу работу. Я знаю, вы достаточно скромно относитесь к своей героической работе. Я это воспринимаю иначе. Каждый раз, пользуясь случаем, вот я говорю о том, что я воспринимаю работу медиков, ну, к медикам отношусь как к святым людям, несмотря на возможность ошибок, на какой-то профессиональный цинизм. Это вот моя уверенность. С нами была Светлана Гомберг, извините, врач. Можно еще одну маленькую секундочку? Я бы хотела выразить огромную благодарность всему коллективу нашего приемного отделения в Галезерсе, потому что абсолютно все каждый день работают с полной отдачей для того, чтобы нести свою миссию. Светлана спасибо. Гомберг, врач клиники неотложной помощи Рижской восточной больницы Галезерс, была с нами на связи. Огромное спасибо. Привет коллегам. Держитесь и сами не болейте. У нас небольшая пауза, после которой очередной гость. Мы поговорим с Инной Стеценко, профессором. Будем говорить о содержимом разработанной новой потребительской корзины, что туда положено, сколько это стоит, во сколько нас оценили. Буквально через пару минут. Радио Болткома.